Привет, народ! И сегодня... Да, сегодня мы поиграем. Я уже закончил играть в Vanquish, слава богу. Знаете, хотел чего-то другого. Не то, что там плохое или что-то с ней не так, но я хотел бы другого. Сегодня мы поиграем в анимешную игру под названием Catherine. Или Катерина. Это тут полностью английский язык, так как японцы, ну, мы знаем, они русский язык очень не любят. Добавлять в игры свои, так как муторно. Я их понимаю. Русский сложный. Так, хорошо, наслаждайтесь нашей историей, взяв контроль над нашим измученным персонажем и приведите его к свободе. Хорошо, я так и сделаю. Новая игра. Я не играл в это никогда. Легко. Да, и легко. Если вы игрок, который только заинтересован в Катерине и истории... который играет в Катерину ради истории, это для вас. Она сбалансирована для начинающих игроков. Нормальная. Это справляйтесь со сложными пазлами и испытайте экшен, который только так. Со среднего. Давайте изи. Я привык, что у японцев изи это довольно-таки сложно местами. Ну ладно, я ради истории здесь, ребятки. И я знаю, сейчас кто-то начнет. Но я знаю, у нас постоянно бубнят типа простой. Зачем ты взял простой уровень сложности? Надо было взять повыше. Не, ребят, я уже убеждаюсь, что когда я беру повыше, я скорее больше психую, чем играю. Нет, и не надо рекомендовать мне подлечиться. В общем, начинаем. Я столько психов повидал, что, знаете, по сравнению с ним я нормальный. Абсолютно. Да-да, нормально, начинай. Хорошо, я расслаблен. Я и так вроде как сижу. И могу уже наслаждаться странной историей Катеринки. Весь... О, я читал эту пьесу. Как вам это понравится. Все мы на сцене, а люди вне актеры. То есть мир... А, то есть нет, мир сцена, а люди вне актеры. Люди на не актеры. Черт, не помню, как я по-русски. Но смысл тот. Какая странная стилистика. Не моя самая любимая, нет. Я люблю немножко другую аниме-стилистику. Это как-то немножко даже противно. О, смотрите. Альма. Sky fills with glamour, a lovely story awaits you. Good evening. Welcome to the Golden Playhouse. Your guide for the night is me, the Midnight Venus, Trisha. Have you heard about this? Странно, в этом слухе я не слышал. Рассказывай. They say if you fall in a dream and don't wake up before you land. Я не врубаюсь. То есть, если я сейчас полечу на самолете, засну, я умру? О, обожаю. Мне не нравится его прическа. We begin to see him have terrifying nightmares. On top of that, a torrent of sweet seduction swoops down upon him. Это случайно, видно, что он напуган. Will he be able to overcome all the blocks? Не, он сдохнет. His outcome depends on. Ну, конечно, мы будем править, поэтому все от меня зависит. Sorry to keep you waiting. Raise the curtain. Now enjoy the show. Давай, запускай. Это как смотреть аниме, только иногда еще играть в него. Знаете, мне интересно, а тут вообще много игры или в основном мы будем катсцены смотреть? Нет, я не против только с катсцены смотреть, честно говоря. Так, это кто, твоя девушка? Это явно не моя девушка. Hey, where'd you go? Snap out of it! Were you even listening? Sure. You know, you've been a little out of it lately. Is everything all right? You've been spacing out left and right. Oh, sorry. I had to work early this morning. Atlus. Это любимая фирма моего друга. Они сделали персону. Вообще, серию Shen Megami Tensei или типа того она называется. Megami Tensei, я помню, а как Сен или Шен. Музыка мне не нравится, я не люблю такую.
вообще люблю японскую музыку, но японский рок мне больше нравится. Черт, овцы какие-то. Чё-то, у них глаза, как будто они перекололись, наркоты. Они явно не ухнюли. Студио 4 градуса. Прохладно же там парням. Пицца. Рога отрастают у тех, кто изменяет. Рожки наставили тебе, явно. Маленький рогастик в трусах. И он тебя явно наебали. Это парк аттракционов, тебе билет продали. Подушка ты тебе зачем-то? Спать тут собрался? Подземное кладбище. Что мы делать будем? То есть мне забраться, не заберусь, я сдох. А, сцена падает. А, понятно. И обязательно тебе с подушкой это делать? Так как не двигать. You can undo your last move. Use it to give yourself a second. Круто. Finding and picking up a mystic pillow. О, если я подберу мистическую подушку, мне дадут. If you see one, make an effort to get it. Мне дадут вторую попытку, если я получу мистическую подушечку. Так, да, они могут рухнуть. First, right, а, то есть не сходить с ума. Right, хорошо, что мне помнить. Что это такое? What is it? These blocks aren't normal. They'll lock into place and support your weight, even if they're only touching by their edges. What's that supposed to mean? Как это, да. At the edges. Even if a block has nothing directly under it, as long as it's touching an edge. В общем, если он касается блок касается края одного другого блока, даже если он висит в воздухе, всем посрать, он будет держаться. Да, хорошо, когда эти краешки соединяются, они сверкают синим. Блин, даже сказать, край. Возьми. Как же мне забраться? Быстрее. Вижу. Гравитация? Всем посрать на нее. Да не надо думать о гравитации, просто используй себе на пользу. Они не упадут, так что делай из них лестницу. Просто привыкай. Quickly making stairs is the core of successfully scaling time. Use the edges. Хорошо, сделать лестницу. Да что звенит там такое? As you near the top, you will hear a bell ringing. The exit is near. А, когда мы подбираемся к самому верху, мы слышим, что что-то звенит.
Хорошо, выживем, встретимся. Подождать? Не надо ждать, надо бежать. Добрались. О, круто, я хочу выбраться отсюда. Что-то надеюсь, я не упаду еще в какую-нибудь бездну. Свет! Черт. Я думаю, у меня нет вариантов. Лучше я зайду в дверь. Дерьмо, я не хочу, чтобы эта тварь меня убила. Прекрасно, я выбрался и выжил. Ну, я заработал довольно-таки приличное количество монет, ну, надеюсь. А, за сложность, за легкую сложность еще немножко дали. О, прекрасно, золотой приз. Я очень даже неплохо справляюсь. Если это самое сложное, что будет в игре, что вряд ли, я бы поставил сложность повыше. О, ночной кошмар только начался, вот мне дали достижение. Только начался, так что же будет дальше, а? Меня это уже пугает. Так, первый день, комната Винсента. Чё-то я даже задрожал немножко. Мне страшно. О, космический туризм. Что, он уже возможен? Где мой билет? Знаете, если бы графика в анимешных играх могла быть вот такая, как в этой кат-сцене. Как же было бы круто. Что-то в трусах потерял, а? А что с кроватью не так? Ну все нормально. Не ссы. Пью-пью-пью, пью-пью-пью. Hello? Yeah. I'll be in today's code review meeting. Really? No, I'm just a little under the weather. No, it's okay, I'll be right there. Yeah. Sorry. Розовый, черт, парень, ты кто? Ты что, из этих? Ты в футболке мыться будешь? Тебе нормально? А, ладно. У этих японцев свое видение реальности, скажем так. О, здравствуйте, мадам. So are you getting anything extra for this? For what? For all this overtime you're doing. Да, сегодня я работаю добровольцем. This time, do you usually get overtime pay? Well, no, but... So you don't get anything? Да не... Чёрт, эта чашечка слишком маленькая, нам кофе таких дают. Here, two sugars. А молоко? Я люблю с молоком. А вот Катерина. You mean like... У меня такие сны постоянные, я дохну и вроде как просыпаюсь. No, you actually die. Ой, постоянно, каждый день. No, да, нет, это не происходит. Чё-то это... Правее ненавижу. What's that supposed to mean? Hey, how many years have we been together? Ой, мы... Так мы давно встречаемся? Ну скажи целую вечность, дорогая. Вот скажи это. It's just my mother's been calling me up and asking how we're doing. Oh. She's worried about me. She knows I've got a career that keeps. Ох уж эти матери, они вечно волнуются. Yeah. I mean, it's easy to keep things like they are now, but. I don't know. Sometimes easy's best, right? I mean, who knows what'll happen in the future? Иногда лучше вещи усложнять, а то скучно становится. I suppose. Кстати, а мы в реальном мире вообще персонажем управлять будем или это... Черт возьми, что это? Что это за фигня? Чё-то мне... Что это было? Ты что, тебя загримировали как-то? And in other news, we have more on the recent string of unexplained deaths that seem to be exclusively involving young men. Cause of death is unknown, and while police are investigating accidental causes, foul play has apparently not been... Hey, change it, the match is on! No, two beers over here. Coming. Catherine keeps telling me how her mother is constantly calling her. She says she's not worried about it, though. Feather's totally
probably gonna take it, right, Vinny? And what do you think? So, who are you betting on? Come on, pick one. Are you kidding? Women's wrestling? What I know. Sounds to me like she finally wants you to tie the knot. Черт возьми, это офигенная игра. You think so too? What else could it mean? I've known you since we were kids, but wow, you married, huh? Hey, nothing set in stone yet. What, you don't want to marry your girlfriend? Я хочу. I love her, but I don't think we need to. Конечно, надо так. Давай, тащи ее в ЗАГС. Нацепи цепь на шею и тащи. Самый простой метод. Her job's always most important to her. You know she's always been the ambitious type, right? It doesn't mean she'll always be like that. Да, к 40 не все успокаиваются. Besides, you're single too. Hey, I'm still looking for my soulmate. I'm not like you. I've already told my girl that I'm not interested in marrying her. What if you never meet your soulmate? And then I'll never get married. So what? That sounds just like you, Chief. Anyway, черт, он похож на персонажа из персоны. He's dead. Paul. Wait. That Paul? Ну да. He's dead? Yeah. I heard he just got divorced, but he looked healthy. Бывает. A complete shock. What happened to him? An accident? I don't know. Apparently his mother just спал слишком долго. Бывает со мной такое. This morning. Wait, you mean? Yeah. The mystery death on the news? Да, именно тот Пол. That was him. Holy shit, no way! Maybe Will will wind up dead tomorrow too. Shut the hell up. Man, I hate the news. They always try to push their agenda for ratings. Toby, you are really easy to mess with. Well, speaking of crazy stuff this morning, I pissed the bed for the first time since grade school. Да, от лучше смерти. Лучше смерти в любом случае. I had a really scary dream. Я помню. Ой, да. А, всё, 32. Жизнь только началась. You know, I don't think I need to hear this. Shut up. I was really fucking scared. Бывает, я тоже боюсь чего-то. Тараканов. Oh, where you guys going? Stick around. Да, парни. So, why don't you have Catherine meet you here? No, I just saw her today. Besides, she getting mad at me, but totally. Ah, jeez. What does she see in this poor fool? Sorry, but I gotta be in early tomorrow. Don't drink too much, okay? All right. Take care, Vince. Пока, дорогой. Сейчас ночь настанет, ребятки. Ночь, время страшных снов. Еще нет. You got mail. From your phone, you can check your text messages. Круто, можем сохраняться. You could even reply to some messages. А, хорошо, читать, я буду читать. Входящие 3. О, награда 0. Катерина Криос. Так, как я и сказал раньше, я прошла на ужин со старыми друзьями. Удивительно, многие из них уже женаты, и у половины уже есть дети. Они все показывают фотографии своих семей, и я чувствую себя немного покинутой. Может быть, нам тоже пора выбраться из нашей зоны комфорта, ответить. Давай, отвечай. Тебя это волнует? No. Ты это обдумаешь? Не, давай что-нибудь другое. Не, нет, не то. Нет. Nah. Ты думаешь об этом? Давай так. Я думаю, с нами все в порядке, как есть. Нет, другую фразу. No. Нам не нужно сейчас быть связанными. Нет, это не совершенно не то. Nah. Давай об этом сейчас не думать, правильно? Спокойной ночи. Nah. Доберись до дома
Хорошо, ладно, нет. Спокойной ночи. Идеальный вариант. Послать. Окей. Так, хорошо. И мне интересно про это читать. Награда дневника сохранения. Проверка сохранений. Угадайте, сколько у меня их ноль. Потому что я так начал играть. Да, сохраняемся. Игровое время 18 минут. Что-то мне только что на телефон пришло сообщение. When certain words and actions change Vincent's inner ideas, хорошо. A meter will be shown. Vincent's words and actions will... А, то есть я влияю на историю, понятно. Marriage, huh? Figured this would happen eventually, but just changed jobs. I'm gonna give her trouble. Пришло сообщение, проверим. Спам? Как уж что за спам? Поздравления. Вы удачно закончили первую стадию. Подземное кладбище. Идите в награды в мобильном телефоне, чтобы проверить ваш счет. Идем в награды. А можем снова пройти. Картинка, вот. Я заработал золотой приз, и это единственная картинка, которая у нас есть. Хорошо, круто. Я понял, что это все, что мне надо было знать. Глотни. Хватит пить, я не знаю, у тебя бездонный какой-то стакан. Да, поздновато уже. Это его мысли. Да, я понимаю. Сколько сейчас? 9:30? Как поздновато? Ложусь в 2 часа ночи. Мне нормально. Хотя это не всегда ложусь в 2, иногда ложусь пораньше, потому что у меня бывают периоды, я спать не могу. То есть ложусь в 2 ложусь, потом бывают периоды, блин, так спать хочу и в 10 ложусь. Ну, парень, я вот так поздно в бархне уже не сижу. Да, бывает. Ты долго тут будешь копошиться? Все, проверяешь телефон. У меня так тоже дело как скучно. А что остается? Ой, здравствуйте. А вы кто? Я не против, чтобы вы тут сели, но вы кто? Просто сиди, я думал, мы поболтаем о жизни, о, не знаю, о детях в крайнем случае.